ще пишу гербузі. Бачите, там ніде не було. Глаза красиві, Юліана, спасибо. А де ви працюєте? Непростая, далеко. Я не простая, я золотая. Или я тут забыл? Не знаю. Нужно себе этот вопрос задавать, а не мне. Почему у вас нет подружек много, а только с Машей гуляете? Потому что я такой человек, что мне никого не нужно вообще рядом. Я не люблю, когда возле меня 1200 подруг, они все сплетничают, что-то говорят. Такого не может быть. Человек не может дружить там, с этими людьми сразу, ну, типа знакомых много. А друг он должен быть там один-два максимум. Поэтому я не воспринимаю вот людей, которые говорят там, вот у меня столько друзей, там туда-сюда, это какие-то. Конечно, ужасно, но я ее люблю, мы с ней ссоримся, миримся, ну что же. Такая милая, такой ангелочек, она такая сука. Ну на самом-то деле. Я боюсь затонуть в твоих глазах, спасибо. Ключики от сердечка вашего нет? Ключики я украла от других сердечек. Зачем много? Они все фальшивые, да, они действительно много девочек, они фальшивые. Не имею 100 друзей, а имею одну Машу. Золотые слова. У тебя есть парень? Не поняла, не поняла. У меня есть муж. И любовник, и парень. Ладно, посмотрите, примите, короче. Я ждала полчаса. Я иду кушать, потом еще зайду. Всем хорошего дня.